Всем приветик, приветик. Я рада, что вы все с нами. Ждете наших очередных роликов. Пишите, звоните, все это приятненько. Поэтому мы продолжаем вас радовать. И сегодня радость большая во всех смыслах этого слова, потому что размеры большие, долгожданные, очень востребованы. Женская одежда, женский микс. Будем смотреть и наслаждаться. Новогодние праздники, все это интересно, весело, но тут у нас все есть. Первая блузка. Начнем с расцветки. Очень красивая расцветка. За счет того, что такой интересный принт, мячики, шарики разноцветные. Но не сказать, чтобы она была прям яркая. Она приглушенная, приятная, благородная такой вот этот принт, хоть и не однотонный. Длинный рукав. Вот показываю. На рукаве есть тоненький манжетик. Застегивается на пуговку. Получается вот так чуть-чуть присобранный. Также есть возможность укоротить, застегнуть, и будет рукавчик 3/4. Сама блузка, V-образный вырез, пуговки до середины железные, вот такие маленькие металлические. Дальше просто свободный крой. Передняя планочка чуть короче, задняя чуть длиннее. Так, в общем, крой свободный, не расклешенный. Слегка вот такой свободненький, и все. Что касается ткани. Ткань 100% вискоза. Очень приятная, мягкая, комфортная, но плотненькая. То есть не совсем как вот вискоза бывает нежная, нежная, тоненькая. Она такая вот плотная и мягкая. Очень приятно. Размер 58, ну и 60 даже пойдет. Хорошая блузочка. Все замерчики я дам. Рубашка. Всеми любимые рубашки. Рубашки я не все показываю, но вот самые интересные, конечно, я показываю. Здесь очень приятная расцветка. Клетка черная с мятой. Вот это вот, я не знаю, передаст камера или нет. Вот эти вот полоски, кубики, квадратики, они мятного цвета. Покажу ближе. Дальше рукавчик у нас длинный на манжете. Манжет на пуговках, перламутровые пуговки маленькие, натуральные. Также на самой рубашечке тоже такие же перламутровые пуговки до конца. Накладные карманчики вот на груди, хорошие такие глубокие. Спинка сзади у нас на кокетке, от кокетки есть вот защипы. Вот так вот покажу. Что делает рубашечку тоже такой свободненькой. Крой свободный, не приталенный, ровный. Спинка чуть-чуть длиннее. Что касается ткани состава, 100% катон. Катон тоненький, мягкий, очень приятный на ощупь. Вот прям такой вот воздушный катон. Очень будет комфортный, приятный к телу. Размер, сейчас скажу точно, 56-58. Великолепная рубашка хлопковая. Джинсы. Естественно, что после рубашки должны быть джинсы. Джинсы новые, очень хорошего немецкого бренда. Часто нам приходят именно джинсовые вещи. Абсолютно новые. Видите, покажу вам их спереди и сзади сразу. Классический черный цвет, абсолютно черный, без всяких, смотрите, ни потертостей, ни царапочек. То есть просто абсолютная классика. Свободный крой, ровный, но они не расклешенные, не широкие. Вот видите, хороший просто крой, как сейчас очень все любят, ищут. Хороший посад, высокий, вот тоже видно, да? Вот по бирке видно, что они абсолютно новые, то есть никаких там затертостей, ничего. Размер, сейчас скажу, 18-58. Также все замерчики я дам. Хорошие классические черные джинсы. Пиджак летний, великолепный. Ну, как летний. Его, конечно, можно летом, весной и сейчас, если куда-то в офис, прийти кому-то в гости и накинуть там. Начну цвет.
красивый синий, наверное, даже чернильный, так вот правильно сказать, чернильного глубокого цвета. Белые прострочки. Видно вот тут все, слава богу, это все контрастно, ярко, все видно. Длинный рукав. Но здесь интересно, вот пока отваривали их, вот так он откладной получается, отложной такой вот манжетик. И вот здесь разрезик будет на рукавчике. Вот так симпатично, стильно смотреться. Отложной воротничок с такими тоже беленькими строчками на двух пуговицах. Карманчики на пуговицах. Тут также вот симпатичные защипы сделаны. Спинка также с белыми прострочками. Приталенный слегка крой, показываю еще раз, в составе лен плюс катон. Великолепный пиджачок, прям очень стильный, модный, клевый. Я думаю, обыграть его можно в любом комплекте, будет интересно смотреться. Размер 54-56. Жилетка. Цвет яркий, цвет ближе, наверное, фуксия. Дутая, очень толстая, очень теплая, что касается вот плотности. Синтепон, наверное, внутри вот такой прям мягкий, но она очень теплая. Здесь внутри, сейчас вам покажу, есть вот еще как бы двойной такой воротничок вязаный. Горлышко вот будет закрывать, все это будет греть. Такие плотные жилетки используются либо на тонкую куртку поверх, то есть вот курточка, если не сильно плотная, и поверх одевается такая жилетка, чтобы было комфортнее и теплее. Либо на какие-то толстые толстовки, свитера. Я видела, как это носит. Это очень комфортно, удобно, классно. Жилетка хорошего размера. Покажу спинку. Стеганая. Классная, теплая. Размер здесь большой. До 62-го точно. Я также все замерчики дам. Главное вот тут, чтобы было все хорошо. Вот такая теплая жилетка. Все их любят. Следующая у нас парочка. Весенняя, осенняя парка. Красивый цвет. Они, в принципе, в таком классическом цвете идут все. Чуть светлее, чуть темнее. Здесь, наверное, более светлый такой болотно-серый. Тоже очень известный бренд, размер 52-54, но я думаю, ну да, это в европейский 56-58. Длинный рукав, рукав на манжете с пуговкой. Силуэт ровный, но здесь есть вот этот вот пояс. Я сейчас вам покажу спинку, как это выглядит. Что можно его подзатянуть по талии, если вы этого хотите. Если не хотите, можно разровнять. Вот как его видно здесь тоже. Вот он весь рабочий поясок. Все это проходит по талии. В основном дальше вот спинка ровная. И продолжим спереди. Спереди у нас карманы, нагрудные накладные. И внизу такие хорошие, вот объемные. Все это на кнопках. Не попаду. Здесь кнопки тоже и замочек молния. Подклад тоже хлопковый, катоновый, натуральный хлопок, прям очень мягкий, приятный, все в тон. Вот. И также, да, рукав можно сделать покороче. Когда бывает жарко, футболка с длинным рукавом, можно подзакатить вот так вот и сделать рукав покороче. Классная парочка, теплая, комфортная, будет весной в ней очень уютно. Еще один джинсы, но в другом цвете. Синие, тоже очень хороший цвет. Небольшие потертости такие, ненавязчивые. Так же вот как спереди, так и сзади чуть-чуть. Тут же бирка сразу, да, видно, новый. Размер тоже хороший. Клеша нет, ровненькие. В них будет комфортно, удобно, не тесно. Все замеры дам, как вот меня просят и здесь, и внизу, что будет все удобно. Есть эластан тут чуть-чуть. И что здесь очень удобно, вот так вот покажу. По бокам есть резиночки на талии. Тоже все это любят. Тут у нас молния,
Посад хороший, высокий, с карманчиками спереди и с карманчиками сзади. Вот такие хорошие карманчики. Размер 58. Все замеры я дам. Трикотажная кофточка. Рукав 3 четверти. Сама футболочка прямого кроя, не приталенная. Есть разрезики по бокам небольшие. Вот. V-образный вырез, глубокий. Здесь, скорее всего, надо будет все-таки под низ какой-то подобрать топ в цвет, либо беленький, либо такого же красивого цвета, сочного, травяного. Спинка просто ровненькая. Футболочка новенькая. Размер 56. Блузка. Здесь красивый цвет. Он такой не яркий, очень благородный, спокойный, терракотовый цвет, приглушенный. Я думаю, вот как на камере, так его и вот и правильно видно. Длинный рукав. Рукав на манжетике тоже. Манжетик застегивается на пуговку перламутровую маленькую. Можно сделать рукав 3 четверти. Также на такую красивую пуговку все это застегнуть. Крой прямой, вот тут только слегка такая вот сборочка, чуть-чуть делает свободненькая модель. А спинка имитация, как будто там застежка. Но это имитация просто для красоты. Сделана планка с такими же перламутровыми пуговичками. И по низу передняя планка у нас украшена в цвет такой вот планочкой шифоновой. Вот видно, что она светится. Более эта часть вискозная, я, наверное, еще не успела сказать. А вот эта часть шифоновая. Но все это в тон, в цвет смотрится очень нежно и великолепно. Размер 54-56. Следующая блузочка. Цвет красивый, натуральный, льняной, наверное, вот как его правильно сказать, потому что он не серый такой, он не просто серый, он интересный, классический, наверное, льняной цвет. Сама ткань это вискоза, 100% вискоза, приятная, мягкая, воздушная. Вот покажу, что она воздушная. И продолжу. Длинный рукавчик, сам по себе свободненький, свободный крой. Есть возможность сделать рукав покороче, 3 четверти. Вот так вот будет пристегнутый. Что касается самой модели. Вот это вот по горловине. Ткань специально вот так вот не обработана, или даже специально так обработана, чтобы было видимо, что это с бахромой. Это сама вот эта ткань вот так вот распушена. Такой вот воротничок сделан. Здесь по верхней планке пайетки, я думаю, видно, они поблескивают, но они прозрачные, маленькие, очень мелкие, разложены ровным полотном, бесцветные абсолютно, и поэтому очень благородный такой у них блеск, не яркий, не вульгарный. Маленький карманчик для красоты, я думаю, все это так просто, антураж такой. Ну и принт в виде надписей. Все это тоже вам видно. Передняя планка короче, задняя чуть длиннее полукругом. Ну, спинка ровная. Крой прямой, плечо здесь будет спущено. Размер 54-56. Вот эта вещь, не знаю, как правильно вам сказать, это пиджак или, возможно, такое легкое пальтишко на весну, на подкладе. Ну, в принципе, это и то, смысл один и тот же. Абсолютно новая, красивая ткань, шерстяная рогожка, вот как сказать, переплетенная, вот как у рогожки. Все это плетение, вот такое рельефное, его прям чувствуешь. Букле здесь нет, просто переплетение ниток, ты их чувствуешь. Серо-черно-белое, вот такое вот. Длинный рукав. Чуть-чуть заложенный такой, слегка, ну, так вот он свободный. Без манжетов, без резиночек, просто свободный рукавчик. Здесь у нас просто круглая вот такая вот горловинка. Можно будет под водолазку, под какую-то блузку с объемным воротничком, там шифоном, который вот ляжет вот так вот поверх. Это вы уже придумаете.
на крупных пуговицах. Вот видно нам слегка приталенный силуэт за счет выточек спереди и сзади. Вот спинку тоже покажу. Выточки есть спереди, возможно, их не видно, но они вот здесь на груди есть. Отрезная талия. И сзади тоже по спине идут выточки. Вот так вот все, я думаю, видно. Что еще сказать? Разрезы по бокам. Да. И подклад. На подкладе. Поэтому я и говорю, что это уже не кардиган. Это как легкое пальто, либо пиджак. Можно уже рассматривать. Размер здесь тоже очень хороший. 58-60. Поэтому все замерчики я дам. По талии, по плечикам все мы с вами замерим. Следующее. Кардиган. Легкий, воздушный. 100% вискоза, видно. Очень красивая расцветка. Такой принт интересный в виде вот листочков, цветочков. Белый с оливковым. И это все на черном фоне. Поэтому, в общем, оно получается такое вроде бы и не темное, и освежающее. Рукавчик длинный на манжете. Манжет на двух пуговках. Вот я показываю. Но есть возможность также все это подвернуть и пристегнуть. Вот. По кругу всего, вот по горлу и вниз, идет вот такая вот черная планочка с отделкой. И в самом низу все это затягивается на кулисочку. Вокруг вот так все это будет на кулиске. Больше никаких вообще застежечек. Спинка просто ровненькая. Вот стараюсь вот так вот показать. Тоже кардиганчик абсолютно новый. Еще раз показываю здесь. Размер 52-54. Блузка. Цвет. Очень красивый цвет. Цвет пыльной розы. Такой бледно-бледно-лиловый или пыльная роза. Очень хороший бренд. Я очень люблю этот бренд. Они стараются производить. Не то, что стараются. Все, что я сталкивалась, это всегда натуральные ткани. Очень приятные натуральные ткани и стильные приглушенные модели. Вот так вот даже скажем, не вульгарные. Продолжим. Длинный рукав. Рукав у нас на манжете на пуговке. Вот на одной. Все в том пуговка. Так вот длинный рукавчик. Крой свободный, не приталенный. V-образный вырез. Вот. Пуговки идут потайные. Покажу, может быть, их будет видно, но они в тон, даже если их там будет видно, вот они вот в тон, маленькие-маленькие, до середины. Дальше все свободненько. Передняя планка чуть короче, задняя чуть длиннее. Сзади от кокетки идет складка, что делает чуть-чуть свободненько эту модель. А в принципе, она и так дополнится любыми брючками, джинсами, будет великолепно смотреться. Размер 54-56. Пальто, так как у нас еще зима, поэтому пальто. Пальто балоневое, длина ниже колена, теплое, стеганое, цвет такой вот темно-болотный. Воротник это у нас натуральный мех, он пристегивается, его можно при желании отстегнуть. Тут вовнутрь как бы воротника он входит, что если вы потом не захотите отстегнуть, и носить, в общем, его не захотите, это видно не будет. Пуговички внутри воротничка, так это все сделано аккуратненько и правильно все это продумано. Длинный свободный рукав, слегка приталенный силуэт. Здесь есть по бокам разрезы на молнии, то есть если вы захотите, вы их расстегнете. Вот такие вот разрезики будут сбоку. Если вам не надо, вы их застегнете. Стеганая. Слегка приталенное, зеленого такого болотного цвета пальто. Показываю еще раз, как спинка выглядит. И спереди у нас. Так, тут у нас карманы. Также они у нас на замочках. Все это застегивается вот так. И не будет видно, все так ровненько ложится. Застегивается тоже на молнию и на кнопки. Подклад такой же в тон. Плотность. Теплое, скажу, такое теплое, плотное зимнее пальто. Размер тоже здесь большой.
58 точно, я думаю, и 60-62 подойдет, потому что я замеры тоже дам, уже так примерно могу сказать, ориентируюсь. Теплая зимняя пальтишка с натуральным воротничком. Продолжаем. Греться. Жилетка. Жилетка уже не такая плотная, как была предыдущая. Красивый цвет, синий, насыщенный, именно синий-синий такой глубокий цвет, средней плотности. Она не совсем тонкая, но и не такая вот уже плотная, как была та зимняя. Хорошая, не приталенная, силуэт ровный, стеганая, спинка так же, как спереди, сразу вот покажу. Вот. Хорошими карманами глубокими, застегивается на кнопки и на молнию. Размер у нас 54-56. Синяя жилетка. Свитерок. Красивый. Такой вечерний. Черный. Но не полностью черный. Здесь люрексовая нитка. Люрекс серебристого цвета. Что касается модели. Глубокий вырез. То есть под какую-то блузку, то поверх. Так как еще здесь ажурная вязка, ну, думаю, это видно. Она вся-вся-вся вот ажурная. За счет этого, конечно-то, что-то вот под низ оденется, будет красиво греть и украшать. Длинный рукав. По манжету рукава и по манжету внизу не ровная резинка, а вот такая вот резная, как бы интересненько. И по горловинке тоже такая же идет. Вот здесь вот по вырезу V-образному. Спинка просто ровненькая. Вот так. Размер 52-54. Рубашка. Она полностью расстегивается, не знаю, как сказать. Туника, наверное, больше. Туничка. Туничка-рубашка. Джинсовая. Очень красивый цвет. Прям приятный, джинсовый, нежный такой цвет. Длинный рукав. Рукав здесь на манжетике. Вот видно даже, да, вот застегнут на одну пуговку. Все это расстегивается. Также есть возможность укоротить, застегнуть, сделать его покороче. Силуэт прямой, не приталенный, длинненькая. Здесь на пуговках до середины, с карманчиком. На плечах, ну, вот в виде маленьких погонов, таких вот, украшена пайеточками. Маленькими, прозрачными, которые слегка-слегка поблескивают, но украшают. Спинка просто ровненькая. Размер 56-58. Еще одна блузка. Черная, воздушная, легкая ткань, вискоза. Вискоза прям тоненькая вискоза, вот именно воздушная. Длинный рукав, рукав на резиночке, на, ну, прям вот чуть-чуть собранный, вот так вот это выглядит. Не сильно, не сдавливает, все это будет свободненько, вот такой вот свободненький здесь манжетик. Но рукавчик длинненький. Спинка длиннее, чем передняя планка. Но спереди у нас это все украшено, видно. Круглый вырез, V-образный сюда сходит. И вот здесь это все специально присобрано на такую блестящую ленту. Она хлопковая, с поблескивающими там нитями получается. Чуть это все присобрано. И вот здесь по бокам это еще защипы сделаны. Украшает очень переднюю часть. Получается блузка-туничка очень нарядного вида. Спинка у нас просто ровненькая, сейчас покажу. На кокетке просто одна складочка защип. И получается свободненько, расклешенно свободненько. Размер 54-56 или 18 европейский. Футболка. Модненькая, звездная. Потому что тут звезды. По всей ткани звезды. Цвет. Серый, насыщенный, правильный такой вот. И на нем черные звезды. Тут, в принципе, говорить много нечего. Она и так очень красивая. Спущена линия плеча. Рукавчик будет до локотка точно, так как еще спущенный рукавчик.
задняя часть длиннее, чем передняя. Крой свободный, слегка к низу будет чуть-чуть уходить, вот так вот сходить, делать силуэт. Спинка просто прямая. Очень хороший известный бренд, размер 56-58, все замерчики я дам. На сегодня пока все, мы перестанем показывать интересное только сейчас, но ждите, оставайтесь с нами, мы вам покажем еще много-много всего интересного. Пока!